Всем приветик! Сегодня первый хороший вечер, когда тепло у нас, солнечно и более-менее тепло. Такие вот петуньки, очень нравится им расти. Здесь на балконе не очень пообрезала все. Слышно, кукушка кукукает? Уже конец почти июля. Июнь, простите. Насколько еще? И уже цветут цветочки. Ну, они где-то рядом здесь живут. У нас кругом лес. Да, это, наверное, кукует. А, душистый табак. Смотрите, очень классный. Беленький. Вот здесь вот цветочек небольшой, тоже петунька. Здесь тоже душистый табак. И у меня зацвела первая роза. Посмотрите, какая красота! Первая розочка. Немножко тут листочек, конечно, повредился, но... Смотрите, как красиво и очень ароматно. А синяя, которая роза. Здесь у меня тоже, возможно, она будет синяя. Ну, не знаю, темно-красная какая-то. Хотелось прям синюю или черную. Ну, тоже красиво уже набрала батончики. Вот, наверное, скоро распустится, я вам покажу. Сегодня теплый день у нас такой более-менее. Был дождь с утра. Начинает спеть черная смородина. Скоро будем собирать. В принципе, уже выборочно можно собирать. Так, фокус пропал. Смотрите, как красиво. Тишина и покой. Камера что-то плохо фокусируется. Красивый вид. Коровки где-то мочат. Наверное, домой как раз пришли. Солнышко еще не село. Но сегодня обещают прохладную ночь, всего плюс 2 градуса, представляете? 23 июня и всего плюс 22... Плюс всего 2 градуса в 5 часов утра. Я очень надеюсь, что мороза не будет. Очень жалко, что будет мороз. Потому что уже все не закроешь. Завтра буду полоть картофель на выходных, пока более-менее тепло, уже немножко начала. И вот здесь такое, то что вот очень много такой мелкой травы, лебеды. И посмотрите, тоже очень красивый горошек, такой как цветет, уже цветет, кстати, некоторый. Цветает, белые цветочки, очень красиво. Немного посадила, вот такая грядочка, чисто на еду. А, и еще давайте с вами посмотрим ягодник. Так, папа сажал ягодки лесные. В принципе, они прижились, даже есть вот ягодка небольшая. Возможно, возможно, когда-нибудь. Ну, мало, да? Не вижу, где вот тут вот вижу, сажал он. Много привозил. Может быть, не все прижились. А ягодник есть. Тут плен, как обычно, у нас. Травку кормим. Ну, ладно. В этом году тоже были, как я говорила, сильные морозы. И ягодки побило. Мы уже ходили за ягодами. Ягод в этом году очень мало у нас. Буквально чуть-чуть.
Ну, была плохая погода, я ничего не снимала, был сильный ветер. А если в следующий раз будет хорошая погода, даже если ягодок мы не найдем, смотрите, как красиво тоже цветет. Не знаю, что за растение. А солнце не передает, вот так надо. Телефон не передает. На солнце падает сюда. Пчелки собирают. Пчелок нету. Смотрите, пчелок нету, но какая-то букашечка. Какой-то жук. Смотрите, какой жук. Какой большой. Что за жук, интересно? Вот, пойдем за ягодками. Если будет хорошая погода еще, то я вас с собой возьму. Может быть, что-то поснимаю немножко на природе. Хороший вечер. Главное, чтобы у нас было тепло. Хорошо. Не было морозов, потому что уже хочется тепла. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, мне очень приятно. Пока-пока.